Друзья, всем привет! Сегодня будем делать мороженое. Нам понадобится вот такие коржи, сливки 33% и банка сгущенного молока. Все это обошлось на 300 рублей. Давайте делать. Возьмем охлажденные сливки, поместим их вот в такую посуду. Сливок здесь 500 грамм. Я решил взять другую посуду, в ней будет поудобнее взбивать сливки. Теперь их взбиваем. Минут 5 я взбивал сливки, и вот такие они получились. Переливаем их опять в большую емкость обратно. И добавляем сюда баночку сгущенного молока. И тщательно эту массу перемешиваем. Можно перемешать блендером, а можно просто перемешать хорошенько ложкой, чтобы все перемешалось. На дно формы для выпечки я положил вафельный корж. Правда, пришлось немножко его подрезать. И сюда выливаем наше, можно сказать так, мороженое будущее. Выливаем. И сверху помещаем еще один вафельный корж. Все. Теперь убираем в морозилку на несколько часов. Прошло 6 часов, и давайте достанем наше мороженое из этой формы. Так, посмотрите, ребят, как оно получилось. Вот такое красивое, вообще, прям настоящее мороженое. Давайте теперь его разрежем. Разрежем и попробуем, что из него у нас получилось. Режется мороженое хорошо. Но замерзло очень-очень сильно. Вот такое вот, ребят, получилось мороженое. Посмотрите. Прям настоящее мороженое. Ничем не отличается от магазинного. Я думаю, оно даже еще и вкуснее будет. Но очень плотное, режется тяжело. Поэтому ножик нужен какой-то поострей. Я взял вот такой. Сейчас разрежем его и будем кушать. Ну что, ребят, попробуй, что у нас получилось. Как, Миш, Макс? Похоже на мороженое? Вкуснятина. Мне кажется, вкуснее магазина. Но, правда, очень сладкое. Сироп, мне кажется, даже здесь лишний. Ну, Миш. Да. Вкуснее. Вкуснее? Вкуснее? Да, мне тоже вообще классно. Но сладковатненько так для меня. Чуть-чуть, может, поменьше бы. Сейчас башка оценит. Да не, мне кажется, не. Татьяна отката не помещает. Если с этим каком? Нормально. С вафелькой, банк, нормально. Да? Настоящее мороженое, да, уже? Да. Если с вафелькой... Вот смотри, 300 рублей обошлось. Всем по куску, по такому огромному. Еще кому мало добавки. А вот так купи один кусочек вот такой пломбира. Будет стоить, наверное, рублей 50 самое дешевое. Такое более-менее мороженое. Рублей 50. Вот прикиньте, 50, 100, 200, 300, 400 рублей уже здесь так на глаз кинул. А то и 50 рублей еще не купишь. Так что, ребят, выходит дешевле. И мне кажется, вкусней, да? Как вы? Ну да. Ну кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Коржи толстовато, чуть потоньше был. Чего толстое? Коржи. Коржи? Ну, да не, нормально. Нормально? Ну да. Десерт такой на ночь, да? Угу. Мало еще добавки возьмешь. Угу. Вкусно, вкусно. А не захочется, морозилку берем, да? Угу. Нормально, да? Всего-то сливки. Придумали что. А этот клубника нормально? Угу. Нет, клубника же слишком сладко. Слишком? Наоборот, кислинку дает. Вот можно какого-то кисленького варенька. Вишневого. Наоборот, даже кислинку дает. Там это клубника есть. Ну, в другой раз. Смородина, она тоже. Смородина отлично. Как настоящий, да, мам? Какая ночью, как настоящая? Не настоящая. Ничего, никакого льда, нет, ни единки, ничего, да? Так это и есть настоящая. Да.
Одновременно сказали. Не одновременно. Ну, тогда одновременно. Нет. Я начал, а он быстрее меня. Ну, как-то почти. Ребята, все вкусно. Я сам первый. Первый уже. Я просто как-то не поместилась. Бери добавки. Нет, куда на ночь? Это мы еще наелись. Что мы ели-то сегодня уже было? Угу. Шпагетти с подливой, да? Угу. Ну, ели, правда, недавно, где-то часик назад. Будем так все делать? Угу. Конечно, рецепт такой хороший. Каждый день. Каждый день делаем. Правильно. Организм тяжеловато.